Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Микрофон Ольга Болезина. Здравствуйте. Налоговая начинает принимать заявления на компенсации от пострадавших из-за коронавируса. На субсидии могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства из сфер, признанных наиболее пострадавшими из-за ограничений, если у них нет долгов по налогам и страховым взносам более 3000 рублей. В налоговую надо направить специальное заявление в пенсионный фонд отчет за апрель и май 2020 года по форме сведения о застрахованных лицах. Субсидию за апрель предоставят по заявлениям, поданным с 1 мая до 1 июня, а за май с 1 июня до 1 июля. Напомню, что на каждого работника будет начислено по одному минимальному размеру оплаты труда. Программа «Экономика». Почти 10 тысяч предпринимателей могут получить помрот на сотрудников, такие данные приводят в УФНС. Это налогоплательщики, которые могут претендовать на получение от государства денег при сохранении 90% штата. Об этом было объявлено на заседании штаба при уполномоченном по защите прав предпринимателей. Экономика на 101 FM. Для кировчан стали чаще строить и двухкомнатные квартиры. Об этом говорят данные Кировстата. По его информации, в домах, которые сейчас строятся в Кировской области, преобладают однокомнатные и двухкомнатные квартиры. За год доля двушек выросла с 30 до 40%. Как следствие, увеличился и средний размер квартир. Если в 2018 году этот показатель был 46 квадратных метров в общей площади, то в 2019 – 50. Но, несмотря на рост, размер квартир, которые строят для кировчан, еще далек от среднероссийского. Там 60 квадратов. 10 лет назад средняя квартира в России была площадью 75 квадратных метров. Экономика. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 72 рубля 73 копейки, евро 79.12. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.